Всем привет, меня зовут Сергей Ефремов, я сертифицированный регрессолог и мастер холистической терапии сознания. У меня была глубокая депрессия, зачем я вообще существую и зачем я в этом мире живу. Тут не навязчивая идея, а скорее это просто какой-то прикольчик, который постоянно присутствовал в моей голове, желание поскорее сдохнуть. Тряслись руки от того, чтобы там нажать на кнопку, когда нужно совершить какую-то важную покупку. Я долго к этому иду, мучаюсь. Эти негативные чувства, они всю жизнь нас преследуют. Мы можем скрывать их, мы можем давить их в себе, не показывать. Чувство долга, тревоги, угнетенности, паники, которая мешала жить полноценно, достигать своих целей. Я работаю с подсознательными программами и негативными убеждениями, и мой индивидуальный подход каждому клиенту позволяет решать самые глубинные проблемы. Все записывайтесь к Сергею, он мостик из жизни серой вам покажет в цветную. Сергей Ефремов отличный специалист, мне все очень понравилось, он все сделал достаточно профессионально, все классно, здорово и четко. Я приобрела очень важный для меня курс, прилив энергии, хорошее настроение. Обращайтесь, он хороший специалист и поможет вам в решении ваших вопросов. Такие люди, как вы, Сергей, нужны нашему обществу. Это глубокая работа, я ценю ваш труд. Я обрел свободу, мне захотелось творить. Благодарю. Мой опыт позволяет давать гарантию, а постоянные результаты клиентов только подтверждают это. Записывайся на мою бесплатную консультацию.